1 июня, в первый день лета, в рамках 5-го фестиваля фейерверков «Смоленский звездопад» компания «Фейерверкмастер» при поддержке отдела молодежной политики и образования организовала и провела долгожданный благотворительный праздник солнца – День защиты детей. Сегодня 1 июня, первый день лета. И жители всех стран мира сегодня отмечают Международный день защиты детей. Я от всей души поздравляю вас с этим замечательным, радостным, теплым праздником. Сегодняшний праздник детства – это еще одно напоминание нам, взрослым, о том, что проблемами нашего подрастающего поколения надо заниматься ежедневно и ежечасно. Это самый радостный, светлый и замечательный праздник. И хотя он отмечается в понедельник, это не помешало собрать массу ребятишек различных возрастов. Участниками праздничного мероприятия стали веселые аниматоры и аквагримеры, ходулисты, а также сказочные персонажи. Все они создавали благоприятную атмосферу на торжестве. Для ребятни были проведены веселые конкурсы и интерактивные игры от зажигательной ведущей. Этот праздник – серьезный повод задуматься о том, как сделать жизнь детей по-настоящему счастливой и радостной, чтобы каждый ребенок чувствовал себя защищенным, был окружен любовью и вниманием взрослых не только один день в году. Детство – это когда надо есть сладкое, мороженого много надо есть, играть в какие-нибудь игры, гулять. И веселиться. Да, веселиться надо. Это, наверное, много улыбок, счастья и беззаботности. Детям нравится, дети в диком восторге. Детство – это счастье, радость, которую дали нам родители. Самое главное, наверное, в жизни – чувство и время, которое проходит. Детям очень нравится, довольны, родители все довольны. Все хорошо. Мероприятие здоровское, особенно костюмы, которые одели сегодня, все эти герои сказочные. А ждем от праздника, чтобы очень понравилось детям и нам. Ну, друзья, встречайте! Именно он подарил всем вам такой замечательный праздник. Алексей, прошу. Добрый день, дорогие друзья. Наш праздник подошел к концу. Хочется выразить благодарность отделу образования Дорогобужского района, нашим друзьям агентству «Елен», город Сафоново, клубу «Башня Феникса», город Смоленск. У каждого ребенка есть мечта, и все верят в то, что если чего-то очень сильно захотеть, то все сбудется и обязательно получится. И такая возможность представилась каждому ребенку. В завершении мероприятия все участники загадали желание под дневной фейерверк. Но не обязательно ждать год, чтобы вновь подарить ребенку положительные эмоции. В конце лета состоится уже полюбившийся не только детям, но и взрослым Всероссийский фестиваль фейерверков «Смоленский звездопад». При сопровождении взрослых вход для детей до 10 лет бесплатный. От себя хочется добавить, почаще бы проводились такие яркие мероприятия, чтобы все дети на земле дарили нам свои улыбки. Ведь дети – это наша жизнь, это наше будущее.